Всем привет! И вот была проведена очередная попытка ССТВ связи на частоте 71,65 кГц. Это вызывная частота. Был проведен такой эксперимент по передаче на 5 ваттах и сравнении на 100 ваттах. Ну и с контролем через немецкий ВСДР сервис. До СДР приемника было около 2000 километров. Нюанс такой в сервиса Kiwi SDR, то что если, допустим, программы MMSSTV и другие, они могут принимать SSTV сигнал даже с середины, то Kiwi SDR с включенным декодером, он может принимать только самого прямо самых первых синхроимпульсов. И потом уже декодер в самой программе, на сайте Kiwi SDR, он не включится. То есть будет сильнейший сигнал, но он не включится. Вы просто будете видеть на водопаде то, что идет сигнал, но декодер не включится. Поэтому для передачи на 5 ваттах была небольшая хитрость. Было сначала увеличено до 100 ватт, то есть был дан сигнал. Он начал декодироваться, и потом, соответственно, на трансивере была уменьшена мощность до 5 ватт. Ну и как бы, так сказать, сравнить, как будет приниматься картинка за 2000 километров через немецкий ВСДР сервис на 5 ваттах. Потом же эта же картинка была передана и на 100 ваттах. Конечно, была надежда, что кто-нибудь ответит на общий вызов, переданный этой ССТВшкой, но никто не ответил. Но, в принципе, проконтролировался трансивер, работа антенны на 5 и на 100 ваттах в режиме ССТВ. Переходим непосредственно к эксперименту. Thank you.
Вот закончена передача с картинки с СТВ на 5 ваттах. Приемник СДР находится в Германии где-то около 2000 километров. Как видно, на 5 ваттах также вполне нормально передается картинка. Это для тех, кто говорит, то, что с СТВ это минимум надо 500 ватт. И на 5 ваттах вполне нормально передается картинка. Для примера сейчас увеличим до 100 ватт. И на этот же приемник вот, включаем на передачу. Также, как было видно, то, что приемник, трансивер практически сразу остыл после 5 ватт. Он, в принципе, на расслабоне работал. Вот сейчас он работает на 100 ваттах. Да, соответственно, на 5 ваттах видны линии помех. Все многое зависит, конечно, от прохождения. На 100 ваттах этих линий помех, они намного меньше. Но все-таки на 5 ваттах вполне нормально передается. Все это, конечно, зависит от помеховой обстановки у абонента, где он находится. Если он находится в городе, да, ему будет это сложно принять 5-ваттную, потому что уровень городских помех всегда выше, чем в сельской местности. Но все-таки... Вот он и на 100 ваттах также... помехи есть, но просто они чуть реже, и так сказать, эти линии помех они меньше. Понятно, конечно, то, что на 500 ваттах или на киловатте будет еще лучше, но На 5 ваттах вполне нормально, за 2000 километров принимается картинка. На 100 ваттах еще лучше, хотя также видны помехи, но они просто поменьше. Так что для начинающих, кто хочет войти в мир радиосвязи, но нет у него средств, допустим, купить дорогой трансивер, хотя и мой 897 он нет. Уже и старенький, и не такой уж дорогой по сравнению с другими агрегатами. Можно, в принципе, найти за 50-60 тысяч. Но для многих это очень существенные деньги. Но китайский трансивер USDX, который продается на Алиэкспрессе за 12-15 тысяч, вполне недорого, чтобы, ну, даже чтобы просто попробовать, если кого-то, допустим, заинтересует. Просто, да, в принципе, усилитель, конечно же, нужен, но мне он в первую очередь нужен не для того, чтобы там на дальние связи, а просто для того, чтобы, допустим, мне нравится СТВ, чтобы трансфер у меня работал на 30-40 ваттах, чтобы особенно не напрягаясь, а усилок его будет гнать до 300-400 ватт, то есть... Если накроются выходные транзисторы у трансивера, их, конечно же, поменять намного дороже, чем заменить 4 лампы у лампового усилка на 4 ГУ-50.
А так, в принципе, на 100 ваттах вполне добивает до США, и абоненты в США также отвечают. Да, уровень не очень велик, картинку оценивают на 5.5, но все-таки принимают, отвечают. Ну вот можно оценить. Сейчас даже мы оценим то, что, конечно, на 100 ваттах трансивер будет дольше остывать. Но вот по картинке видно то, что на 5 ваттах помех было побольше, и они, так сказать, больше, как это правильно выразиться, ну, больше размер занимают на картинке. На 100 ваттах они, помехи тоже есть, но они довольно мелкие, как бы картинка лучше читается. Ну, подождем. Частота 71-65. Может, кто-нибудь все-таки ответит. Ну, что, довольно редкая частота для SSTV. В основном 14-230, 21-340. И сейчас 28-680. А на 71-65 довольно редко кто появляется. Так никто не отвечает, но в принципе данный эксперимент затеялся, чтобы показать то, что на 5 ваттах SSTV связь за 2000 километров вполне себе нормально. Так что кто хочет войти в мир радиосвязи, но нету средств на довольно недешевое оборудование. Трансивер USDX там на Алике он 1015 стоит, может даже 12, или допустим D90 трансивер, ну, не помню, где-то, по-моему, 36 что ли тысяч стоит, то есть, в принципе, вполне недорого, да, он 20-ваттный, но побольше, чем USDX. USDX, если не ошибаюсь, 5 ватт или 10, нет, по-моему, 5 ватт. G90 у него 20 ватт, ну и в принципе за 35 тысяч это вполне недорого. Люди-то в принципе покупают мобильники намного дороже, зачастую раза в два. Ну, так что в принципе, кто хочет заинтересоваться, войти в мир радиосвязи, можно начинать с довольно недорогих аппаратов. А потом уже, если затянет, можно расширяться больше. Ну, в принципе, еще в 2012 году купил 897, и мне его, в принципе, хватает. Ну, только вот, да, действительно, буду брать себе усилок ламповый, чтобы полегче было трансиверу работать. Пусть работает на расслабончике, а усилочек уже его будет гнать на 300-400 ватт. Ну вот, в принципе, эксперимент завершен. Всем удачи, до свидания.